Коба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 3. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Друзья, мы продолжаем играть. И что у нас тут? Ну, 5 легендарных. Пойдет. Ключей, бонусная карта плюс жетончик. Великолепно. Новый сезон у нас уже наступил. И, ребята, мы продолжаем. На самом деле у меня ломается мозг, потому что, дружище, Бола — это Иту. Что вообще происходит? Истинный Иту — это Бола? Как вообще такое происходит? Короче, ребят, давайте поиграем. Конечно, игранем все-таки чуть-чуть. Оп. Пойдет, пойдет эпические ключи, замечательно. Забираем подарок, понятное дело, хорош, это вообще великолепно. И, ребят, сегодня еще будет серия по Shadow Fight 2. Такая вот шокирующая новость, наконец-то мы возвращаемся, и там Ивент, Сын Неба, новый босс. И, ребятки, это было очень сложно, серьезно. Я на первом дане там еле как затащил. Ну, естественно, донатик немного помог, ребят. Ну, серьезно, там просто жесть серия. Посмотрите обязательно. В общем, давайте смотреть, что у нас здесь. А здесь у нас все простенько. Надо уже допройти. Бустер-пак получим, не переживай, дружище. Редкий династия. Давай, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И самое важное, конечно, сюжет. Мне очень интересно, что там дальше-то будет. Что будет дальше? Так, продолжить, хорошо. Предметы, что там насчет предложений? Ну, тут все за денежку, конечно, такую. Вот, вот это мы с тобой заберем. Теневая энергия. Кстати, неплохо, неплохо. Безумно, да? Мы с тобой, конечно, будем сейчас открывать. Легендарный сундучок идет. Бомбочки. Оп. Ух, хорош. Монеты. Отлично. Теперь эпический. Так, броня. Маска лавы. Это мы с тобой тоже обязательно берем. Вот еще можем открыть один. Зазубренная кусаригама, стальной шлем, монеты. Танец с мечами. Ох, чего мы только не получили. И уже мы видим, что нормально. Ребят, все. Берем это. Все. Можно отправляться. Настоящий Бола. Вот он. Смотри. Иту, ты меня очень расстроил. Куда это годится? Удрал один в ночи. Покалечил 5 охранников глаз да глаз за тобой. Мастер, пожалуйста, я больше не могу. Я не создан для этого. Я хочу оставить Академию. Пожалуйста, отпустите меня. Все переживаешь из-за тех балбесов, которые не выжили после драки с тобой? Это расходный материал, Иту. Главное, точить твои умения. Тебе пора делать инъекции. Какие глупости у тебя в голове, честное слово? Разве ты забыл девиз Академии? Забудь о прошлом и узришь будущее. Нет, я не забыл, мастер. Эти слова выжжены в моей памяти, и они пахнут смертью. Если вы сейчас не отпустите меня, я заставлю вас это сделать силой. Отойдите с дороги. Нифига себе, победите Бола в треугольнике. Сразитесь за истинного Иту. Так, ну что же, пойдет, ребят, пойдет. Ух, нифига себе, мастер Бола, смотри. Все, серьезно, старичок? Я не хочу ему подчиняться. Бола просто монстр. Да не, ну что он там сделает? Чешо, блин. Да... Я больше никого не убил! Да мастер Боу вообще не сопротивляется, друже. Можем даже пошмалять него. Пиньк. И он пригнулся, охренеть. А если еще раз? Ах ты... Окей. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. А вот это уже не круто. А вот это уже не круто, потому что мастер Бола тут что-то. Да хорош. Да ты охренел! Да ты охренел, слышь! Так, ладно. Хорошо. Раунд 3.
Хорош! Так. Музыка вообще офигенная, эпичная, ребятки. Мы деремся уже 30 лет. Как его звали? Боло? Хорош. Как он выглядел, не помню. Отлично. Истинный я, и он превратился в Боба. Чисто выглядит. Да блин, что происходит? Так, маска морского. Рубинчики. Кто я? Я поняла. Ты не прыгал во времени, но сдвинул само время. Этот юноша твоя копия, и он заместил Бола, настоящего Бола. И ты сделал все, чтобы забыть, кто ты на самом деле. Ты обманул всех, даже себя. На самом деле ты истинный Иту, ага. Останови Иту! Офигеть. Офигеть, прикинь? Прикинь? Останови это, я не хочу продолжать. Я вспомнил все, что со мной было. И все, что было с ним, с Бола, пока он, пока я его не... Отлично, Шибата, готовься к злому. Иту, как на самом деле зовут пустую комнату? Уровень угрозы красный. Нарушители проникли в Нексус. Истина абсолютно. Арбитреса покарает нарушителей. Так, понятно. Сложно, да, у нас? Ну, в принципе, а что тут сложного? Казалось бы. Не-не, все будет нормально, ребятки. Мы тут сейчас забираем награду. Оп-оп. О, баг какой. Тут забираем. Все, хорошо. И сейчас нормально, да. Видишь как? Опять, я опять не могу пошевелиться, когда она здесь... Она ужасна. Обвинение, потомок тени и теневой разум приводят мир гибели. Приговор уничтожения, Нексус на грани срыва. Нексус в панике. Что это с ней? Обвинение, Боло, он же подлинный Иту, сообщил тени секретную информацию о межвременных путешествиях и он... о перезаписи структуры материи. Нексус сам виноват. Нексус передал подлинному Иту данные, которые тот использовал для опыта на живых людях. Приговор – ошибка. Проксимус, она нестабильна, у Нексуса нет единого мнения. Атакуй Арбитресу. Сейчас, без нее комната бессильна. Так, ну, что-то у нас тут все красненькое, на самом деле. Суд Нексуса. Ого. Ой. Так, ну, вперед, братишечка. Let's go. Пошло добро. На самом деле, как-то она сильна. Сильна. Сфера принадлежит людям. Принято. Нексус совещается. Это, блин, вообще нечестно! Чё тут? А, видишь, тут где-то хп нам подлечивают, где-то... Да, блин, пукалку. Попробуй ещё выиграй этот бой! Так. Да ты охренела, что ли, в край? Да она охренела в край! Да что происходит-то? Ну, замечательно. Да, да! Боже, великолепно, это ужасно. Есть. Хорош. Давай, добивай ее.
Так, ладно, второй раунд мы пережили, боже мой. Так. Следующее. Боже мой. Ну все, она тут меня... Ужас. Да капец! Да капец просто! Давай! На! Хорош, хорош! Все, все, все. Ох, победа. Ну слушай, это вообще, это было очень круто, правда. Это было очень круто. Так, бонусная карта. Рубинчики. Нексус, Шмексус, Мэй, ты слышишь меня? Я знаю, что ты там. Там, среди этих людей, ты была первой из них. Так вот, Мэй, пошла ты к черту. Серьезно? Мир погибает не из-за нас, а из-за тени, потому что тень открыл чертовы врата теней. Так почему бы тебе не уничтожить его и спусти мир? Но нет. На такое ты, конечно, не готова пойти. К черту тебя, Мэй. Я устал хранить твои секреты. Ложь, Нексус, я ложь, абсолютная ложь, ложь абсолютно. Да заткнись уже. Шибата, быстро, ее зовут Мэй. Ядро Нексуса Мэй, давай. Ух, ни хрена себе, у меня мурашки по всему телу, ребятки. Че, серьезно? Что сейчас случилось? Арбитресса исчезла, пустую комнату будто лихорадит. Мы успели взломать ее. Шибата отправил арбитрессу в другую временную линию. Правда, только временно, потому что она нам не помешает. Я начал дефрагментацию Нексуса, а сейчас он будет распадаться. Сознание вестников будут расщепляться от ядра Мэй. Без нее они долго не выживут. Нексус уже в агонии. Главное продержаться. Нам нужное время. Я должна найти кое-что, ага. Победи... которые отделились от Нексуса. Твоя устойчивость недостаточна. Да какой недостаточно? Пойдем, трубки потомок. Ща нормально, дерем задницу. Библиотекарь Ген. Ох, блин, Ген. Ген, а какого хрена ты... Тихо. Ну тут хотя бы два боя. Два раунда, так сказаться. Хорош! Ну давай уж добиваем. Есть. Пойдет. Минус библиотекарь Ген. Так, у нас есть... Угу. Ой, мастер Сакура! Как так-то, блин? Чё, блин? Чё так мало хп? Чё за бред? Чё-то бредятина сейчас произошла. В смысле? Как нам... Да пошла ты нахрен! В сраку своей... Хренью, блин. Сейчас, мастер Сакура, мы вас... Да ты охренела в сраку! Да ты... Мать, ты чё? Да пошла ты в жопу! Все, ребят, на этом мы заканчиваем. Я не могу, мои нервы на пределе, ребят. Мы и так тут еле как арбитрессу. Я не понимаю, старик притворялся кем-то другим, и узал Иту. Не могу слышать это имя. Иту — это тот бедолага, который стер прокси. Но сам Иту тоже стерт.
Стер кого-то ученого в этом мире. Ну, понятно. Да. Ну, вот такие дела, ребят. Я, на самом деле, просто в шоке. Мы идем дальше и дальше и дальше. Интересно, что будет в следующей серии. Но она будет скоро. Ладно, ребят, на этом все. Не забудьте поставить свои жирненькие царские лайки. Бай-бай, дорогие братишки.